На железнодорожном переезде 218-го километра Бекасовской дистанции пути возле станции Акулова прошел межведомственный рейд. Сотрудники РЖД, представители администрации Одинцовского округа и инспекторы ОГИБДД провели с водителями профилактические беседы и раздали памятки с правилами пересечения железнодорожных переездов. Нарушение этих правил водителями нередко приводит к авариям с тяжелыми последствиями. За 6 месяцев 2020 года на переездах Московской железной дороги зарегистрировано 15 происшествий. Число погибших достигло 18 человек. Еще 55 пострадало.